Как я и прогнозировал ранее, под суд отправляется очередной любимчик Хабирова Рустем Авзалов, ныне министр туризма и предпринимательства, а ранее мэр Сибая. Вместе с ним под тот же самый суд отправляется первый заместитель министра транспорта и дорожного строительства Виктор Жульков. Эти оба два еще в 2021 году, в бытность Авзалова мэром Сибая, замутили, как говорится, схематоз с дорожным строительством. По версии уже закончившегося следствия МВД, чиновники набирали в обход конкурсных процедур подрядчиков для дорожных работ, принимались работы без должного контроля, и, собственно, выполнены эти работы были с такими грубыми нарушениями, что сейчас на некоторых объектах нужно все демонтировать и делать заново. Речь, собственно, идет в частности о ремонте улицы Горького в городе Сибая и строительстве дороги Сибай-Туяляс. Следствие полагает, что действия вышеуказанных чиновников Жулькова и Авзалова нанесли многомиллионный ущерб государственному бюджету. Ну и, соответственно, по статье, которая вменяется вот этим двум товарищам или господам, а может быть уже и гражданам, так вот, им полагается до 7 лет лишения свободы. На данный момент и Авзалов, и Жульков ограничены в своей свободе, правда, не заключены под стражу. Авзалов находится под подпиской о невыезде, а Жульков ограничен в определенных действиях. И, наверное, мы все вместе пожелаем им справедливого суда и, как говорится, мягкой посадки.